Какие приемы умеешь играть? Строение гитары знаете? Строение, да, знаю. Кстати, как вам мой пресс? Нас камера снимает, если что, так что улыбайтесь. Записать без запах вечера на диктофон. Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я играю на гитаре с 6 лет. В этом выпуске я буду звонить преподавателям по гитаре и брать у них уроки. При этом новичком не притворяюсь, а сразу показываю им свои навыки. Кстати, в этом видео меня тоже разыграют и пранканут, так что смотрим от начала и до конца. Перед просмотром не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Давайте попробуем набрать 100 тысяч подписчиков. И кстати, друзья, у меня недавно появился свой онлайн-курс для тех, кто хочет научиться играть на гитаре с нуля. Поэтому, кому интересно, переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Там как раз сейчас скидки. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, да. Ага, хорошо. Можно на «ты» сразу же, Николай, к вам обращаться? Да, хорошо. Да, можно на «ты». Хорошо, я Елена, просто Елена. Так, да. Расскажи, пожалуйста, что ты уже умеешь? Цель занятий, что хочешь научиться? Вот что мне важно понять. А, ну, может быть, дальше что-нибудь, какие-то ошибки посмотреть или еще что-нибудь. Может быть, что-то не так. Или подсказать. Так, по приемам, по аккордам что-то ты уже умеешь ведь, получается, да? То есть аккорды ты уже знаешь, да, какие-то, правильно? Да, хорошо, да. Какие приемы умеешь играть? Да различные, могу показать. Вот аккорды я, можно сказать, выучил. А, М. Угу. С. Ну, такие вот основные, получается. Хорошо. По приемам, что можешь, покажи, что умеешь, какие приемы. Ну, я выучил с приемами актером и птичку выучил с приемами, получается. Вот. Ну, покажи. Там есть еще часть. Угу. Вот. Ну, здорово. Ты круто играешь. Я думаю, что, собственно, чем помочь тебе, я, наверное, ничем помочь тебе не смогу, собственно. Разбор песен ты сам справляешься, поэтому я не думаю, что наши занятия тебе принесут что-то, что-то, ну, новое для тебя. Вот. Как-то так. Ну, это прикол просто, наверное, да, какой-то, потому что, собственно, я когда ТикТок листала, я очень часто нарывалась на такие видео, когда вот такие вот занятия начинаются, да, и начинается красивая игра, ну, то есть, чем я тебе помогу, скажи мне, пожалуйста, ну, если да, я, да. Я учу детей играть с нуля. Да, прикол. Ну, в общем-то, я, собственно, ничего другого и не ждала. Когда я начал играть или как, или по переписке уже было понятно? Мне было понятно, наверное, когда я подключилась к видео. Почему? Ну, вот чисто внешне. Ну, не знаю, потому что вот чисто внешне как-то вот у меня сразу же в голове щелкнуло, он умеет играть. Он просто вот, ну, он умеет играть. Этот человек играть умеет. Вот. Так что как-то так. Да? Урок сколько стоит? Да ничего не надо. Ну, то есть мы ничего... Я ничего не дала, мне как бы не это. Я без проблем, я послушала, я получила удовольствие. Играешь, правда, здорово, поэтому ничего не нужно переводить.
Если бы я чего-то Спасибо. научила, тут другой разговор. Так что вот. Сейчас будет пранк, в котором меня разыграли, где я уже буду в роли преподавателя. Недавно мне написал подписчик и захотел взять у меня урок по гитаре, но я не знал, что он хочет меня разыграть. Так что смотрим, что получилось. Кстати, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Это сильно помогает развитию моему каналу. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Как это приятно видеть звезду Ютуба на своем экране в качестве своего учителя. Слушайте, ну смотрите, я чуть-чуть играю на гитаре, вот, и мне хотелось бы, чтобы вы мою игру улучшили, я думаю, вы на это, ну, способны, я просто видел, как вы играете, вы прекрасно играете, вот. Мне нужно, наверное, рассказать немного о себе, правильно? Ну, да. Ну, о том. Да. Ну, я, честно говоря, самоучка, я особо никогда там не занимался профессионально, учил пару песен, вот, могу показать, то есть, такие дела. Хорошо, давайте, да, послушаю. Блин, волнительно. Сейчас. Получается тоже. Ну, я сейчас не могу. У меня... О, я вспомнил. Есть еще одна песня. Вот могу показать ее. Вот. Ну, она с каподастом, правда, играется. Ну, сейчас, давайте, давайте. Да, сейчас. Блин, у меня... Сейчас, секунду. Мне просто легче в шляпе играть. Сейчас, не знаю. Так почему-то вот мне легче. Ну давайте. Того. Ну, я, видите, я еще не доучил просто. Вот такое. Ну, тут уже, кстати, понятно. Это, нас камера снимает, если что, так что улыбайтесь. Ну, я понял примерно. Да, в такой ситуации вот... я, кстати, впервые. Обычно я снимаю пранки, а тут впервые кто-то решил меня разыграть. Вот так. У вас YouTube свой или что? Ну, пока нет, но может появится. Так, получается, вот. Сейчас была съемка, да? Да. Я же сказал, камера снимает нас. Понял. Ну, может, тогда я выложу это в свое видео, тогда, может, скинете материалы. Пожалуйста, если хотите, давай. Скиньте материалы, да, я выложу свой ролик. Думаю, будет интересно моим зрителям. А может быть, еще хотите сыграть? Сейчас прям круто звучало. Спасибо. Да. Надеюсь, микрофон нормально записал. Знаете, все равно, я теперь вас понимаю, вы, наверное, очень волнуетесь тоже. Хотя, наверное, 50 раз это волнение пропадает, но на первый точно было. Ну да. Ну, когда долго не снимаешь, тоже волнение появляется. Когда с преподавателями снимаешь. Когда в чат-рулетке, там как бы все равно. А с преподавателями, когда снимаешь, волнение
часто есть. Как бы неудобно, неловко, как бы звонить постоянно. А вы меня, получается, выложите на YouTube свой или как? Я что-то не понял. Для чего вы снимаете? Ну, я... Не, я честно говоря, чтобы развлечься. Чтобы развлечься. Ну, если я сделаю YouTube, то да. Здравствуйте, слышно все? Да, все хорошо слышно. Да. Так, гитару, да, нужно брать? Угу. Так. Здравствуйте, как нормально, зовут? Да? А, меня зовут Николай. Хорошо, я Саша. А какую гитару взять? У меня две просто гитары. Вот одна вот такая и такая. На какой удобней? Это акустика, угу. А то классика. Ну, давайте на акустике. Просто на акустике там струны тоньше, и их прожимать бывает сложнее даже, чем на классике. Понял, понял. Строение гитары знаете? Строение, да, знаю, да, строение гитары, да, знаю, конечно, да. Аккорды прожимать? Ну, самые простые, банальные аккорды — это АМ, С, Ж. Ну, АМ, С, Ж, да, знаю. Играл. Это хорошо. Самые основные. Переборы какие-нибудь, бои? Ну, знаю, вот такое вот, получается. Ну, например, или там. Вот. Ну, это одни. Что? Достаточно много. Еще знаю тремоло, может, знаете. Знаете, такое вот. Вот тоже играл. Типа того. Это из переборов, если. А бои? Ну, обычный знаю. Там еще знаю. Там, что еще знаю? Там бывают даже какие-то необычные, я учил, например. А. В таком стиле. Вот, как пример тоже. Вот, вот эти бои тоже знаю. Так. Какой-нибудь бой галоп, допустим. Вот как раз я играл в этом Цой, вот есть. Я не знаю, галоп это не галоп, может быть. Вот это вот, знаете. Как там? Знаете, да, вот. Я не знаю, галоп это или нет. Да, галоп, только необычный, своеобразный. Чему же мне вас учить? Вы много чего знаете. А, ну, песни еще играл некоторые. Испанское только учил, но это на классической гитаре, если сыграть, например. А, вот да, кстати, как вам мой пресс? Нормально? Да, только это не ваш. Так, еще знаю, что? Еще знаю, там что-то испанское, например. Вот. Именно если из боя. Давно играешь? Играю, ну, не знаю, года два, наверное. Два года всего лишь умений? Еще вот эту тоже вот учил недавно, могу показать одну, вот с каподастром. Посмотрите немного. Давай. Вот это. Нормально, да? Да. Я, может, даже как вы не смогу. Ну, такое часто да, бывает, да, я звоню, бывает, вот там брал у преподавателей некоторых уроки, да, они говорят, что, типа, мы так не можем. Такое тоже бывает. Тут скорее мне у вас учиться. Ну, это был пранк, вы поняли?
Да. Я, если честно, опасалась, что это так и будет, потому что я гитарист, я смотрю много гитаристов. Кстати, первая, кто догадался, что это костюм. Ну просто это совсем нереалистично, особенно эти завязки на руках. Здравствуйте. Здравствуйте. Классная гитара у вас, кстати. У меня, кстати, две гитары. Вот такая гитара. Две гитары. Вот. Давайте. Да, вот такая гитара. И еще вот такая гитара. Ага. Какая лучше? Нам давайте лучше на правой, ну, которая акустическая гитара. У вас для руки сейчас этот классическая гитара была, да. Там струны, типа, такие нейлоновые. Все, нам было больше сейчас акустическая подойдет. Вы чем именно там? Какие-то мелодии хотите научиться играть или там что? Токийский гуль. А, токийский гуль. Вот. Знаете токийский гуль? Да, давай, ну как знаю, я так немного знаю, но я могу вам... Там типа как-то так играется, по-моему. Как-то, по-моему, так. Если хотите, мы можем с вами ее выучить, ну, разобрать. Ну я могу дальше продолжить ее. Там дальше. Это прикол, типа. Я понял. Как канал называется? Канал называется Николай Попов. Николай Попов. Николай Попов. Хорошо. Да. Я подпишусь. Вас, кстати, не смутило вначале то, что я вот был вот в таком виде? Ну, вначале, естественно, да, смутило. Я вообще думал, что как. Сыграть ничего не хочешь, кстати? И пропадать миллион человек, когда самый дорогой человек. Слишком глубокая рана, забывай друг друга по ранам. Пропадать миллионов навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывай друг друга по ранам. Я рана, ты рана. А сейчас будет новая авторская песня преподавателя Ники, которую она придумала сама. Ника – это преподаватель, который пранковал год назад. И она пишет крутые песни. В итоге мы с ней встретились вживую и записали ее песню. Песня вам очень понравилась, судя по комментариям, поэтому мы записали еще одну. Так что слушаем и оставляем комментарии. Ссылки на видео, где была Ника, я оставлю в описании. Кстати, если хотите приобрести такую футболку, как у меня, то пишите мне ВКонтакте или на почту. Футболку, кстати, можно заказать и другого цвета, не обязательно, как у меня, черного цвета. Запах вечера на диктофон, чтобы, если станет грустно, вспоминать его, чтобы навсегда запомнить свое сейчас. Ведь оно со мной случилось в первый и последний раз. Записать бы голос ветра в свою тетрадь, чтобы больше никогда его не упускать. А когда мне вновь покажется, что жизнь смеется, моя душа в ответ. От асфальта веет солнцем, веет ночью и...
и луной, а луна, как с незнакомцем, целовалась фонарем. Белая дома стена издали мне показалась рекой. Ветви ко мне опускались сами, и мне не давали покой. Записать бы запах вечера на диктофон, чтобы, если станет грустно, вспоминать его, чтобы навсегда запомнить свое сейчас. Ведь оно со мной случилось первый и последний раз. Записать мой голос ветра в свою тетрадь, чтобы больше никогда его не упускать. А когда мне вновь покажется, что жизнь смеется, моя душа в ответ ей улыбнется. Луна убывает и тоненькой линией катится призрачный месяц, мелькают огни проезжающих мимо и пишется новая пьеса. Мой взгляд разделяет дорогу на белое и ярко-красное, и теплится вера, что это мгновение научит нас видеть прекрасное. И ноги избиты, и песенки спеты, гитару вернуть бы в строй. Все трассы забыты, одна на рассвете, я вновь возвращаюсь домой. Записать бы запах вечера на диктофон, чтобы, если станет грустно, вспоминать его, чтобы навсегда запомнить свое сейчас. Ведь оно со мной случилось первый и последний раз. Записать бы голос ветра в свою тетрадь, чтобы больше никогда его не упускать. А когда мне вновь покажется, что жизнь смеется, моя душа в ответ ей улыбнется. Всем, кому понравилась эта песня, ставим лайк, это сильно поможет в продвижении этого видео, а также в целом моему каналу. А если хотите еще песню с Никой, то обязательно пишите в комментариях что-то типа «хочу новую песню с Никой». Если будет много таких комментариев, то мы запишем еще один трек. И, кстати, напоминаю про мой онлайн-курс, ссылки в описании.